Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids. У нас сегодня команда из игры «Бег за золотом». Вот они, пушистики, соревнуются против команды «Леди Баг». А вот и команда «Леди Баг». Кто сильнее? Какая же команда круче? Уже решили, за кого будете болеть? Тогда вперед! Наша Анжела уже приготовилась к соревнованиям. А вот команда «Леди Баг» придется победить непогоду. Вот такую! И из команды «Леди Баг» у нас участвует Хлоя. А где же наш суперкот? Неужели? А вот и кот, смотрите. О-о, только непогода сразу попала в Хлою. Давайте скорее ее спасем и продолжим сражение с нашей непогодой. Так, смотрите, она бросает льдинки в команду «Леди Баг». Какой ураган! Скорее, скорее уходи в сторону. Так, суперкот, подожди, мы никак не можем тебя догнать. А наша кошечка Анжела тем временем берет ускорение. Ой, смотрите, Хлоя снова попала в ураган. Неужели они не смогут победить босса, эту злую непогоду? Так, 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 так. Я думаю, Анжела, если бы смогла, обязательно помогла бы здесь команде «Леди Баг». А ну давай, Хлоя, догоняй скорее кота, ты чего? Так, у нас есть еще одна попытка победить непогоду. Я надеюсь, в этот раз, друзья, у нас все получится. Смотрите, какая буря. Это настоящая непогода. Сейчас она попала в суперкота. А вот так. Давай, нужно расколоть как можно больше снежинок, льдинок. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что же это такое? Этот босс очень сильный. Мы уже потратили целых 20 бабочек, чтобы спасти команду «Леди Баг». Вау, вы видели? В непогоду попала молния и наступило солнышко. Отлично, команда «Леди Баг» справилась с заданием самой первой. Ну вот, теперь к финишу пришла кошечка Анжела. Она заняла первое место. Отлично, друзья. Кстати, за кого болели вы? Пишите в комментариях. Ну а у нас следующее задание. И кто же в нем участвует? Ух ты, Том Космонавт будет участвовать в следующем соревновании. Ну а мы сразимся со следующим боссом. И в этот раз это будет Пузырь. А против Пузыря отправится сражаться сама Леди Баг. Ну что, Том Космонавт и Леди Баг, поддержите своего любимого персонажа. Ого, сколько много жутких пузырей! Леди Баг, готовы? Тогда вперед! Придется удирать от него! Осторожно, еще один пузырь летит в нас. Так, по-моему, команда «Леди Баг» неплохо справляется. Ой-ой-ой-ой, этот пузырь чуть не попал в нашего суперкота. Давай-давай-давай-давай-давай, уходи в сторону. Сколько много пузырей. Ура! Команда «Леди Баг» справилась снова первое задание. А вот Том у нас, походу, на втором месте. Том, лучше бы тебе ускориться, иначе ты не займешь первое место в соревнованиях. Кстати, друзья, а вы знаете, у меня появился новый канал «Волшебный сундучок». На канале «Волшебный сундучок» очень много новых интересных игр. Заходите, подписывайтесь, ссылочку оставлю под этим видео. Ну а в этот раз нам придется победить пузыря. И в этот раз мне поможет, по-моему, эту супер-кошку или супер-лисичку зовут Аля. Хотя... Может быть, я и перепутала? Нет, по-моему, это все-таки Аля. Ну что, нужно победить пузыря? Давай вперед! Ух ты! А что он нас бросает? Ага, это специальные штуки, которыми можно делать мыльные пузыри. Их нужно все-все разломать, и тогда он не сможет нас закидать пузырями. Давай-давай, суперкот. Отлично! Так, ребята, надеюсь, что вы сейчас болеете за нас с командой «Леди Баг», потому что пузырь очень сильный. Так, ну а Том Космонавт в этот раз справился с заданием, и из команды «Том за золотом» со заданием выходит справляться наша Анжела Эльф. Надеюсь, ей это удастся. Ого, как же страшно! Какой он злой, этот пузырь! Вы только посмотрите, у него такое синее страшное лицо. Да, вот это босс. Мне кажется, он пострашнее нашего воришки-енотика. Воришка-енотик, он даже такой прикольный, он же все-таки енотик, пушистик, классный. Так, опа, еще один ключик, отлично. И еще один. Есть, ура! Отлично, неужели мы его победили? Ура, уровень пройден. Отличная миссия. А наша кошечка Анжела спешит
выполнить задание, и пока она на первом месте. Но ее путь еще очень длинный, и она еще может проиграть. Будем за нее болеть. Давай скорее, Анжелей, собирай побольше молний, чтобы точно прийти первой. Если насобирать много-много молний, вы знаете, что можно ускориться, и это будет просто супер пробежка. А еще Анжела почаще наступает на зеленой дорожке. Ну а мы отправляемся выполнять следующее задание. Ух ты, уже 44 уровень. И в это задание отправляется сам суперкот. Это уровень, где в итоге придется сразиться с леди Wi-Fi, но для начала придется выполнить еще пару миссий. Суперкот отправляется в ночной Париж. Нам нужно собрать 20 кусочков камамбера. Поможем нашему котику. Так, я уже вижу первый кусочек. Давай скорее. А вы, друзья, обязательно проголосуйте. Либо за команду Леди Баг и ее супергероев, либо за команду Томаса Золота и суперклассных пушистиков. Пишите, кого вы любите больше всего, мои дорогие. Отлично. Ой, это что, бабочки? Мы их взяли и собрали уже 4 кусочка сыра вместе с нашим котом. Ну а к испытанию пушистиков приступил мой любимый водный Том. Это как раз летний классный персонаж. Ой-ой-ой, суперкот, придется его спасти. Врезался во что-то. Да, ребятки, здесь ничего не видно. Ночь-то все-таки. О-о, ты чего? Там же знак, суперкот. Надо было прыгать на крышу. Давай скорей. Уже 6 кусочков сыра. Да что с ним такое? Так, поскорее бы наступил день. Что-то наш суперкот очень плохо ориентируется ночью. Так, пригнись. Вот так. Такая большая скорость у нашего суперкота. Ого! Третья часть задания выполнена. Отлично. И, по-моему, у нас уже открылся новый уровень. Даже можно в него отправиться. Но лучше выполнить всю миссию до конца. Ого! Сколько здесь много сыра. И препятствия... Препятствий стало еще больше. Вы только посмотрите, сколько машин. Мы берем защитный щит. Отлично. Давай по крышам. Суперкот! Вау! Вот это был прыжок. А здесь лучше пригнуться. Отлично, нас спас щит. Суперкот чуть не врезался. Водный Том, ну как ты там? Пока Водный Том на третьем месте. Я надеюсь, ему удастся прийти первым. Очень хочу, чтобы выиграл он. А, суперкот выполнил задание. И теперь он пробегается дальше по карте. Ну а наш Водный Том уже на втором месте. Давай-давай, прибавь скорости и успеешь прийти первым в соревновании. Я надеюсь, что все пушистики из игры «Том за золотом» сегодня займут самое первое место. О-о! Вот и финиш. В этот раз Том занял второе место. А команда «Леди Баг» прекрасно выполнила задание. И теперь у нас открылся следующий уровень. Давайте посмотрим, кто же из команды отправится туда. Может быть, отправим Хлою? Я думаю, самое время ей показать себя. А против Хлои у нас выступает Зомби Бен. Вот такой классный зеленый пушистик, мой хороший. Ну что, помчались? Кстати, вас сегодня ждет очень много приветов. Хотите тоже привет от канала Шасти Kids? Обязательно подписывайтесь на канал и в комментариях напишите имя и фамилию. А нас ждал босс. Это Леди Wi-Fi. Она бросает в нас Wi-Fi сигнал. Осторожно. Лучше уйти в сторону. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Хлоя, отлично. Отлично справляется с заданием. Да, у зомби Бена все попроще. У него просто соревнование. В него никто не кидается маленькими вай-фаями. Ура! Следующий уровень открыт. Наши герои отлично выполнили и это задание. Посмотрим, что там на карте нас ждет дальше. Какой уровень откроется? Кстати, по-моему, наши герои открыли новые наклейки. Ух ты, смотрите, сколько их много. У нас уже собрано много наклеечек. Так, пузырь. Здесь немножко не хватает. Ух ты, у нас еще будет Вальпина и принцесса ароматов. Вот такие нас еще ждут злые боссы. Так, а здесь что? А здесь какие-то подарочки. Откроем. Ух ты, это же волшебные бабочки. Специальные бабочки, которые нужны всем супергероям. А у нас открылся 46 уровень. И в него отправляется сама Мария. Ну что, помчались вместе с нашей суперкошечкой против зомби Бена?
Кстати, зомби уже выполнил задание. Самое время передавать приветики. Ну давайте подождем немножко, пока Мариэм попытается собрать больше коровок. Опа! Давай, пригнись. А здесь осторожнее. Вот так. Двойные очки. А нам нужно собирать божьи коробки с помощью двойных очков. И тогда задание будет выполнено. Нужно двигаться поскорее, пока этот бонус не перестал действовать. Так. Отлично. Теперь и команда супергероев выполнила задание. И это значит, что теперь мы будем передавать много-много приветиков. Первый привет получает Настя Нечитайло. Большой тебе приветик, Настюша. Василиса ловит приветик. София Маринина. Алина Овчинникова получает огромный привет от нашего канала. Даша Мора ловит привет. Полина Крылова, Виктория Шерил, Саша Головчук получает приветик. Вероника Волкова, Ольга Барухова, Аня Акулинчева, Соня Малышева, а также Марк Нечаев, Лена Кошачева у нас ловит большой приветик. Юля Балуева, Анжелика Фетисова, Полина Кузнецова, Кристина Маклашова, Маргарита Шелуденко, Маргарита Полтавченко и Ева Левшина, а также Катюша Бабкина. Также приветик летит для Ани Мажары, Насти Горчаковой, Дани Школину большой приветик. Аделина получает привет, Даша Мора, Дима Копысов, Настя Козлова, Даша Литвиненко, Рамазан ловит большой привет, Влада Макеенко, Вика Вакулюк, а также Ксюша Федорец, Настя Арсеева, Макар Стасюк, Саша Власова, Ксюша Касьян, Настя Хлебникова, Павел Губарев, Лиза Полферова ловит пушистый привет. Также пушистый привет получает Кира и Сонечка Семенова, друзья. Если понравился сегодняшний ролик, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал Ушастый Kids. Ну а мы с вами увидимся в новой серии на канале. Всем пока-пока!